Сандра, мы должны были двигаться именно вот так, как делали это артисты балета. Давай итак, сначала давайте... сделаем то, что мы умеем. Мы представим артистов. Я это и делаю. Да. Артисты балета. Пелагея Абакумова, Ольга Морина и Максим Лисовин. Ребята, спасибо огромное за этот прекрасный танец. Наконец-то же главный балетмейстер Красноярского музыкального театра Елена Слободчикова. Доброе утро. Доброе утро. Вы как настоящий профессионал вот так все наблюдали за ребятами. Я видел, что вы тоже переживали. Фу, это было что-то невероятное. Да, вопросы, что касается, которые касаются направления contemporary dance, мы чуть попозже зададим. Сейчас вот как раз про 22 ноября и в Красноярском музыкальном театре, ведь он приглашает на бенефис балета, премьеру танцевального спектакля «Линия времени». Это первая постановка театра в направлении contemporary, я правильно говорю? Правильно. Это большая была для меня трудность. Почему нужно обязательно посетить это событие? Пожалуйста, нам расскажите. И вот тут уже нам интересно, почему? Мы решили к юбилею нашего театра сделать такой сюрприз для наших красноярцев и поставили спектакль в стиле контемпори «Линии времени». На самом деле это направление в мире существует очень давно, уже более 100 лет. Для нас это... А для города Красноярска это может быть такая прям новизна. А почему вы взялись именно за эту хореографию? Ну, мы хотим идти в ногу со временем и, наверное... Это современно сейчас? Это современно, это популярно. И многие молодежь хотят танцевать именно контемпоры. Mm-hmm. И я думаю, что наша труппа пополнилась молодежью, им это интересно и близко. Но мы знаем, что еще есть особенность по музыке. Вроде как это специально для балета создавалось, нет? Да, музыка написана Ольгой Шайдулиной специально для нашего спектакля «Линия времени». Ольга Шайдулина очень знаменитый композитор в театральной среде. И то, что нам... Мы с ней посотрудничали в этом спектакле. Это прям для нас большая честь. И музыка звучит не только в электронном виде, а на сцене у нас вживую играет виолончелистка. Фантастика. И таким образом мы соединили, так скажем, человека из оркестра и наш балет впервые встретились на сцене. То есть прямо несколько экспериментов одновременно. Это и современная хореография, да. Это и музыка тут же присутствует. Скажите, пожалуйста, а зрители видят только спектакль, либо что-то еще будет? Мы делаем тоже небольшой сюрприз для наших зрителей, поклонников нашего балета. Мы делаем фильм о жизни нашего балета вне сцены. Угу. То есть как мы живем, как мы работаем, сколько стоит труда и пота пролитого перед тем, как выйти на сцену. Ну, это, как сказать, такой контемпори, он вообще, он тяжелый, то есть он чем-то на базе отличается по каким-то движениям, может быть. Что особенного в этом стиле? Как его охарактеризовать? Ну, контемпори в переводе это слово современный, да, и для меня современный это всегда поиск. То есть мы стараемся не повторяться в движениях с кем-то. То есть все движения, которые в этом спектакле, они, во-первых, уникальны тем, что... Не повторяются? Я не знаю, может быть, конечно, очень сложно придумать то, что уже... Вот, а сколько длится спектакль? Спектакль идет час 15. У нас... А можно неподготовленных научить чему-нибудь? Вот нас с Лешей. Вот мы вообще вот не в контемпорере ничего не раз. Я на Максима посмотрел, я все понял уже. А, ты уже понял, самое что главное делать? Выражение лица. А, так, ну-ка, давай. Как будто бы ты ждешь кого-то. Так, ты в этом сером городе. Да, ты понятно. Замерз, тебе одиноко, и две девушки кружатся вокруг тебя, видимо, на остановке, и там только одно место, и они пытаются кто первый? Согнать тебя с этого места. Да, нет, на самом деле, я обратил внимание, да, и я хотел спросить, а есть веселый контемпорари? На самом деле, контемпорари, он бывает разный, он бывает и гротесковый, он бывает лирический, он бывает... Вот сейчас был лирический, да? Да, да. Ну, покажите нам уже какое-то движение. Я хотел с ребятами пообщаться на продвижение. Ну, давай. Скажите, кто эти микрофон? Вы же участвуете, Максим, давайте, вы мужчина, у вас грудь волосатая. Вот то видео, про которое мне говорит Елена, вы принимаете в нем участие? Да, конечно. Тяжела ли жизнь сибирского контемпориста? Нет. Все просто? Да, все просто. Нравится? Очень нравится. А на улице выступаете? На улице? Да. Снежинки вот так вот разгоняются. Как придется. Ну ладно, Максим. Не, на самом деле, вопрос сейчас серьезный очень. Да. Вы целенаправленно шли к этому танцу? Или вы вот занимались каким-то другим направлением и решили, буду-ка я современный? Либо девушка да, там красивая, было, либо как? Почему? Да, было, в общем-то, так. Я большую часть своей жизни посвятил бальным танцам. Угу. И
потом поступил в Академию музыки и театра, закончил Академию музыки и театра тоже по этой специальности. И в Академии, я когда уже учился, я понял, что много участвовал в современных постановках, я понял, что мне это близко. Вот и мне так. Это очень понравилось. Сейчас я продолжаю заниматься современным танцем. Вот это круто, современно. Вот видите, как прекрасно. Но теперь давайте к тому самому движению. Да. Александр просто мечтает попробовать какое-то крутое движение сделать. Ну покажите, пожалуйста. Получится? Конечно. Давайте мне. Окей. Да, давайте. Так, что делаем? Что делаем? Так. Параллельно. Да, нужно микрофон. Давайте я буду держать микрофон. Так. Так, пожалуйста. Работает правая рука, да. Я перейду вот сюда. Снежочек загребаем. Зачем? Я буду просто комментировать, что происходит. Александра, делайте легче, пожалуйста. Сейчас у Александра закружится голова, и я буду один продолжать. Слушайте, помимо того, что это движение очень красивое, что-то вкладывается... Это тай-чи! Нет? Вкладывается ли какой-то смысл в эти движения? Максим, можно вас спросить? Да, все, я понял. Вы выиграем красиво двигатель. Вкладывается ли какой-то смысл в движение? Ну, как бы линейно мы не можем прочитать, да, каждое движение, что там Маша влюбилась в Ваню там или еще что-то. То есть здесь есть коды, которые, набор кодов дает нам путь к размышлению. То есть мы пытаемся создать историю внутри, она может быть разная для каждого зрителя. Я знаю, какая у меня сейчас история. В моем танце была: «О боже, боже, что я делаю, что я делаю?» Это читалось, мне кажется. Контемпорари. Да, друзья, давайте еще раз представим наших внутренних гостей. Главный балетмейстер Красноярского музыкального театра Елена Слободчикова рассказала немного о новой постановке, которая называется «Линии времени». Ну, а ребята... Кстати, 22 ноября, да? Да. Можно же ее посетить в Красноярском музыкальном театре. И это будет бенефис, и мы всех приглашаем. Тем более, сейчас вы все поняли, что... Это очень забавное такое современное направление contemporary dance. Ну и, ребят, обязательно нужно представить артиста балета Пелагея Абакумова, Ольга Мурина и Максим Лисон. Ребята, спасибо вам большое. И вам, что вы сегодня к нам утром пришли и чуть-чуть нас так подразогрели. Подразогрели. Но мы продолжаем и прямо сейчас будем разбираться в новогодних отпусках. Точнее, где их провести и по какой цене. Где и самое главное, сколько это стоит.